Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий. Продолжаем с тобой сегодня злополучный Dying Light 2, который меня уже начинает бесить в том плане, что у меня FPS просаживается, запись из-за этого лагает. Ну, вот, может, вы не особо замечаете, но на самом деле там все плохо. Вот, и это, вот этот дождик в этом городе меня просто бесит. У меня все время залиты глаза. Как будто наш чувак, я не знаю, как будто он дворники забывает включать, я не знаю, уж ужас. Зачем этот эффект был добавлен, непонятно. Лук, в принципе, мне понравился более-менее. Стрелы, если нормально крафтить к нему. В принципе, для каких-то крупных боссов самое то. Это мы где? Ага. Ну да, я как говорил, мы все равно здесь будем. Ага. Ну вот, сходим сейчас с этим поболтаем. Установлено. Сей факт переломит ход войны. Давай посмотрим, не что пропусти свою, улучшалка. Ты вышел на правильные остановки. Уникальное стрелковое оружие. Шум нормальная, реакция, ага, нормально. Так, мы, наверное, улучшим. Я, наверное, хочу вот эти вот улучшить еще. А, не хватает, понятно. Жалко. Вот это бы надо тоже прокачать. Чтобы урон был больше. Там 6 урона в секунду, а будет 10 урона. Это бы надо. Это бы, ребятушки, нам очень бы надо. Вот это бы тоже надо. Здесь много чего надо. Я не знаю, где эти фармить. Необычные трофеи зараженных. Необычные. То есть не просто обычные, а, ребят, необычные. Обязательно возвращайся. Необычные. Необычные, это каких-то надо необычных монстров. Ну, необычных зомби. А я что-то не хочу там искать где-то их, бегать. Я хочу просто выйти, зомби пофармил, нафармил, пошел, да, это. Да сделал. А тут надо где-то необычных там бегать, искать каких-то, охотиться за ними. Это, видимо, вот эти вот прыгуны всякие, плаксы вот эти вот, крикуны. Видимо, их надо фармить, типа. Все, что пожелаешь. Уникально-одноручный молот. Так, хилок у тебя нету, да? Хилок у тебя нету. Давай-ка заверну в газетку. Лопни, моя селезенка. Давай смолу тоже заберем. Шикарная покупка. Я мечтала найти это сокровище. Ага. Так, давай это продадим. Эй, я как раз взяла курс на эту штуку. 42, да, урон у нас? 40, 50, 60 уже. 38, 30. А вот это... Хм, я рада, что ты мне это предложил. Я не читаю, кто-то скажет, ты не читаешь перки, там же на оружии есть перки, и ты их неправильно используешь. Там же написано, перки разное оружие дают разные перки. Это так, но мне так лень с этим разбираться. Быстро так, урон ночью, да, плюс 24% урон ночью. Мне вот наоборот надо что-то урон днем. Урон днем, вот, плюс 15. Плюс 15%. По зараженным. Урон по зараженным. Давай-ка мы вот это поставим. 48. Да. Урон по зараженным, чтобы плюс 24% было. Урон по зараженным. 62. А это что у нас? Урон по зараженным плюс 17. Сколько он дает вообще? 46, да, сам по себе. Сорок два. Ладно, пускай пока так будет. Там разберемся, если что. Если что, потом разберемся.
где он? Задание выполнено. Нормально у них здесь. Тройничок был? Или она тебя изменяет? Ты знаешь, что это такое? Это мышиный помет? Картечь? Диоске 300. Это яйца, Эйден. Мелкие вылупятся цыплятки. Это рыбьи яйца. Белужи, если точнее. Прямо из Каспийского моря. Они тают на языке, и ты ощущаешь вкус волн глубокого Черного моря в далекой стране. В этом мире много красивых вещей, прекрасных ощущений, симпатичных мальчиков и красивых девушек. Но мрачные ворчуны не замечают этого. Ты о чем? Нельзя быть одержимым политическими махинациями и одновременно наслаждаться красотой жизни. Ты о ком? О Джеках Мэттах и Эйденах Мира. Как жаль, что ты выбрал не ту сторону. Моя сторона — это я сам. Звучит одиноко. А я, видишь ли, не люблю одиночество. Мэтт рассказал тебе, что он будет делать с этими лампами там, где нет электричества? И как он хочет осуществить эту самоубийственную операцию? Я так и думал. Возьми это и успокой его. Скажи, что лампы будут доставлены к телецентру. Мэтт, лампы готовы. Принято, Эйден. Молодец. Надеюсь, Хуан не доставил тебе хлопот. Давай напрямую. Хуан сказал, в телецентре нет электричества. Зачем нам УФшки, если не можем их включить? Хуан несет херню. Не волнуйся. Эйден, нам нужно встретиться и обсудить захват этой чертовой антенны. Жди моего сигнала. Понял. Тебя. Надеюсь, тебе нравится выполнять приказы, потому что Джек любит командовать. Держи под рукой свою рацию. Скоро тебе сообщат о встрече. Позаботься о них, ладно? По-моему, у Эвки, вот эти лампы, их сбывает он, миротворец этот, сбывает ренегатом, по-моему, что ли, скидывает. По-моему, так. Так, у нас есть очко. Очко на барабане, буква. Во время паркура. Нет, а может что-нибудь? Ага. Да, блин, это все... Есть какие-нибудь, чтобы мощнее убивать? F что-то нажмите, F удерживайте куда-то. И знаете, все направлено на то, чтобы боевка была медленная. Чем медленнее боевка, видимо, тем лучше. Возьмите в руки стрелковое оружие, удерживайте. Ага. Давай вот это вот. Я иногда пробую. Ну, как бы не то, что пробую, я пытался тут сделать ошеломление, когда сверху прыгаешь, типа бах, так сверху. У меня не получалось, потому что у меня не было прокачано. Навык не был прокачан. Конечно. А чё мне надо ждать? А если я не хочу ждать? Почему здесь фиолетовые, это под кем они фиолетовые? Непонятненько, да? Мне нужно ждать. Дождите вызова Мэтта. Пойдем, что ли, поспим тогда? А что у этой-то есть? Мы что-то смотрели? Нет, я уже забыл. Об этом расскажу. У меня для тебя... Что вызывает у тебя бурю эмоций? Ого, одноручная 56. Угу. Можешь купить. А вот ты кулов. Давай гранатки тоже все скупим. Скупим все гранатки. А у меня там какие-то, по-моему, навыки были. Именно то, что нужно.
твой кошелек не обрастает ракушками. Да-да-да. У меня какой-то там, по-моему, ремесле какой-то этот был. А, вот этот вот. Урон от ближнего боя плюс 100%. Я про него просто забываю. Шоковая, да, стрела. Ну, взрывная такая себя на самом деле. Постепенно теряет здоровье. А насколько вот он теряет здоровье? Давай 50 сделаем. Давай шоковых тоже сделаем. А, обломки, да, нужны как раз-таки нам, получается, для... По 50 сделаем, я думаю, хватит. Я не хочу ей задание делать. Пойдем поспим, что ли? Чего ждать-то задания? Сколько нам? Намек на то, что, видимо, подготовься, побега какие-то второстепенки пока выполняй, или что? Сколько можно повторять? Или мне скажут, типа, для выполнения задания тебе надо там пятый уровень, иди качайся. Не люблю, знаете, когда заставляют качаться. Есть порядок. Я люблю просто проходить. Ёбаные ренегаты. Хорошо, что ты оказался рядом. Снабженцы без тебя бы не справились. Подожди. А как мне туда попасть? А. Пойдем поспим. Тем более ночь. Говорят, лампы наконец доставили. Да, доставили. Подождем до утра, зараз не будем по ночам тут шляться. Она там позвонит, нет? Эйден, у нас скоро встреча в закусочной. Присоединяйся. Хорошо. Дождались. Вещание. Уровень 4 нужен. Встретиться с Джеком в рыбьем глазе. Но мы почему-то не можем туда-то пехаться. Почему? С чем это связано? Может, здесь где-то рядом должен быть станция метро? Типа станция метро, и через нее только можно. То есть, а напрямую так нельзя, хотя странно, почему сюда мы тогда напрямую можем-то пехнуться? Там новый, да, как я понял, это я поставил себе. Новый, пушку новую поставился. Пойдем сбегаем. Не ожидал, что его будет так легко поймать. Рядом контейнер с ингибиторами. Здрасте. Вот здесь, да, контейнер с ингибиторами. Но нас не интересует. Ингибиторы, конечно, хорошая вещь, усиливают тебя. Но, блин, их пока добудешь. Башкой ударился. Два раза. При том же. Два раза ударился башкой, пока набирал высоту. Пойдемте пообщаемся. Вещание, по-моему, это очень длинная миссия. Мисс! Если Елена к тебе покажет, подожди-ка. Будь начеку. А бабулька где здесь, моя любимая? Любовники долго не живут. Это солнце или цветок? Блин, а где моя любимая бабулька? Не хочу с тобой. Которая по мне прям течет. Еще раз сначала. Вот вы можете запомнить. Кстати, а у тебя нету этих? А, нету. А, не есть. Зараженные стрелы. Зараженные. Ага. Какие-то зараженные. Давай купим, попробуем, посмотрим. Вы только посмотрите. Ядовитые. Огненные. Ну давай купим их все. О да. Пускай неплохая будет. Хреновина.
Пускай все будет, ребят. Ты набрал себе кучу... Кучу говна я всякого набрал. Так. Перья. Необычный тр... Ага. Превращаю людей в разносчиков. А, вот что я купил. Чтобы людей в разносчиков превращать. Терять начинают... Теряют здоровье. Чистящие средства, да? Давай, пускай будет. Тоже сделаем. Взрывные стрелы, огненные. Смола здесь нужна. Тоже гореть, чтобы горели. Сделаем сейчас стрел. Пускай будут. Стрелы лишним не бывают. О, бабулька моя любимая. Спускай все деньги, малыш. Угу. Я знала, что это подойдет. Ты знаешь, что приносить, котик. Да, котик чмощь. Ну, такие у нас с ней близкие отношения, да, вы что думали? Любви все возрасты покорны. Так, а где здесь дверь? А, господи, где тут дверь-то у вас? Все одинаковое какое-то такое. Ты Эйден? Тебя ждут. Проходи, встреча в VIP-кабинете. VIP, нифига. Дружеская. Прямо, блядь, как ужин на Рождество. Кем ты себя возомнил, лжец? Успокойся, Джек. Пока тебя не хватил удар. Этот план дерьмо? Предложи свой. Я предложу. Ничего не делать. Это гораздо проще. Командир, не пора ли поставить к стенке эту мразь? Ого! Псы начали гавкать. Похоже, мне нужно лучше вести себя. Эй, остыньте. Вы позвали меня что-то спланировать? Эйден, это чертежи телебашни. Если подадим туда электричество, то сможем восстановить связь. Люди в городе узнают о нашем успехе и смогут прийти и помочь нам. Значит, вы планируете транслировать пропаганду? Все, что поможет нам отбиться от ренегатов. Когда мясник увидит, насколько мы сильны, он отступит. И войны не будет. Впрочем, сначала мы должны кое-что сделать. Видишь здание? Это подстанция, питающая весь район. Если ее запустить, мы сможем запитать телебашню. Мои люди уже идут туда. Первый шаг – обезопасить периметр вокруг телецентра. Мои люди займутся. Выдвигаюсь, сэр. Конечно, Роу. Удачи. Мы не подведем вас, сэр. Будем стараться. Тебя спрашивали, Верзбовские. Шевели жопой, нас ждут. Еще раз ты так заговоришь со мной перед моими бойцами, я возьму нож и отрежу тебе хер! О, представляю, скольких раздавит. Заткнись! Горе. Мы не могли бы снова вернуться к плану. Спасибо. После того, как щенки Джека захватят вход, мои люди принесут лампы и обустроят форпост. А потом, если все пройдет гладко... А так определенно и будет, поскольку автор плана сам главнокомандующий. Нарываешься. Ты включишь лифт и поднимешься наверх. А на крыше ты подключишь передатчик к антенне. Понятно? Ко всему да, зданию будет понятно. Подведено электричество, а люди Роу светят периметр лампами. Понятно. Видишь, Хуан, вот так нужно выполнять приказы. Или идти на верную смерть. Но... Это не я рискую своей головой. Встретимся у телебашни. Нас ждет очень важный день. Да, великий день, чтобы умереть. Да, мне на самом деле ни те, ни те не нравятся. Я слышала, что Джек и Хуан пытаются втянуть тебя в какое-то дерьмо. Да. Жду у закусочной. Это где? Не те, не те. Мне не нравятся все какие-то свои цели преследуют.
Слышал, в метро есть секретные линии. Ну, для тебя я стану колдуном. Отлично, ведь молчание хорошо. О, решила отдохнуть от убийств и навестить меня? Просто пытаюсь уберечь тебя. Что хотят эти психи? Попросили меня забраться на телебашню. Что? Сукины дети. Знаешь, что это за место? Самое высокое здание в городе. Но я смогу. Ненавижу этих уродов. Роу, Мейер, они нормальные. Но Джек и Хуан всегда готовы ударить в спину. Все в порядке. Джек сказал, со мной будут миротворцы. А Джек случайно не сказал о тварях, что там живут? Я знаю, что это опасно, Луан. Но я должен. Слышала, там такое, что никто никогда не видел. Точнее, чтобы видел и выжил при этом. Похоже, ты напугана. Конечно, я напугана, Эйден. Ой, какая ты заботливая. Пошел ты. Послушай, Фрэнк уже пытался сделать то, что планирует Джек. Это закончилось трагедией. Не веришь? Сам у него спроси. Эйден, вход на телецентр под нашим контролем. Ждем только тебя, лентяй. Эйден, ты там? Поговори с Фрэнком, Эйден. Пожалуйста, не делай этого. Эйден, ответь. Ладно, давай поговорим с Фрэнком. Поговорю с Фрэнком. Спасибо, Эйден. Это будет правильно. Давай поговорим с Фрэнком, хорошо. Хорошо. Роу, тороплюсь изо всех сил. Дело есть. Быстрее, Эйден, мы тебя ждем. А куда нам надо? Расспросить Фрэнка о телебашне. Эй, алкаш, вставай. Фрэнк, ты живой, друг? А? Рейвик? Я ж, бля, просил меня оставить в покое. Это я, Эйден. Кто? А, это ты. Что надо? Расскажи мне о телебашне. У нас тогда почти вышло, Эйден. Почти вышло. Что бы ни говорили другие, у меня и правда был хороший план. Надежный план. Но это была бойня, Эйден. Бойня. Фрэнк, как мне забраться на крышу? Мы зашли внутрь не в полном составе. Ублюдки. Если бы им хватило верности остаться со мной. Но один засомневался. Из-за него другие заблудились. Кто это был? Иуда. Вот кто. Но если бы не Раф. Прошлое мертво, как говорят. Важно только то, что это был конец ночных бегунов. Ладно. Но как попасть на крышу? Ты не можешь. Никто не может. А теперь... Иди нахуй. Спасибо. Очень приятно, очень познавательное общение у нас получилось. Меня просто нахуй послали все. Все, теперь я должен туда идти, к башне. 400 метров. Ох, ебать. Ой, ну пошли к башне. Ямакаси. Эйден, что-то не так. Я потерял связь с парнями на подстанции. Что происходит? Не знаю, но электричество отключилось. Часть моих парней уже в башне. Ты ближе всех. Проверишь? Конечно. Делать мне вот больше нихер. Ай, блядь, куда? Ну, благо, здесь по прямой можешь просто бежать. Ты
Давайте сбегаем. Ну. Рядом контейнер с ингибиторами. Упс. Обнаружен контейнер с ингибиторами. Этим в жопу своими контейнерами. Своими ингибиторами тоже туда же. Так, я думаю, надо вот сюда дойти и открыть эту. Так, УФ-очку мы сделали. Паркур мы качнули. Что у вас здесь? Ну и чё? Ага, истребители генератов. Дегенератов. Циферка 3 зажимаем, QE нажимаем, шоковое, огненное. Давай огненную попробуем. Сильно гореть будет? Ну такое. Ядовитое. Чё сильнее действует? Пошел ты в жопу. Воу! Взрывная, режущая. А режущая? Они, в принципе, все наносят плюс-минус одинаково урона. Я понял. Я так понимаю, все плюс-минус наносят одинаково. Долго тебе не протянуть. Да, так же, как и тебе. В углу что зажали, блять, пиздяки. Давайте, знаете что? Давайте вот так. А я пока полечусь. Эйден, отряд еще в стадии. Нам нужна энергия. Срочно, черт возьми. Да пошли вы нахуй. Тут полно ренегатов, Роу. Но я с ними разберусь. Я валю на... Куда ты валишь? Роу, нам, говорит, надо. Я разобрался с ренегатами. Молодец, Эйден. Запусти подстанцию. Быстрее. А как вы прошли? Подожди, а вы, видимо, сначала они зашли, да, а потом ренегаты, видимо, пришли. Видимо, как-то так, да, сначала было. Ну да. Рядом контейнер с ингибиторами. Это очень хорошо. Ромашка. Ромашка и мед люблю. Знаете, это очень хорошо. Да, здесь мужчина. Да, их разгромили, короче. Многофункциональный генератор. Я понял. Короче, 1С, то есть, как у нас было, только 1С, тут функционально, можно К, можно К, Б, да, к сокету. Ой, так, давайте посмотрим, что здесь. Здесь пусто. Зачем нам сюда залезать дали, не знаю. Можно и А, и Б.
Так. Замечательно. Обнаружен контейнер с ингибиторами. Где он? Где-то снизу, да, наверное? Либо сверху. Так. Господи, опять сраные загадки. Ненавижу загадки. Они не сложные. Просто знаете. Загадки. У нас что-то где-то есть, что у нас здесь? Один, да? У нас здесь единиц. Так, нам двоечка. Что у нас здесь? Это не сложно, ребят, просто утомительно это все делать. То есть это не в подвале, ингибиторы не в подвале, потому что мы сейчас по подвалу с тобой шастаем. Все, я сюда зашел ради чего? Ради нычек? Так, а здесь сколько у нас кабель? А, сюда надо привести кабель. Пойдем еще раз сходим. Мы сходили налево. Теперь сходим направо. Она еще не светит ни хрена. Куда ползу, непонятно. И зачем? Так, я понял. Это потом, видимо, для чего-то. Ага. Обнаружен контейнер с ингибиторами. А двоечка где у нас? Работающая. Рабочая двоечка. Один С, хорошо. Так. Ага, подожди-ка. Так, ингибитор где? Где ты были? Я что-то ингибиторы теряю. Что у них, блядь, за эти такие еще интересные? Даже где-то здесь ингибиторы же. А, вот здесь. Так. Подсоединил, хорошо. А что нам это дало? Лифт включился? Лифт не запустился. Так.
Ну мы что отключили? Я не хочу тебя торопить, но... Да пошел нахуй. Тащи туда свою жопу и запусти подстанцию, мы ждем. Ага. Сейчас. Не за что, псих. Ого. А, нет, питание на цешечку нужно, да? А тут двоечка, а я у нас цешечка. Ага. Подожди. Ну, самовлюбленные. Говорят, иди, да вы сделай это. Можешь, не можешь, нам все равно, иди заделай. Так, нам нужна цешечка, тогда мы оттуда... Подожди. Угу. Включаем сюда. Так, пошел контент. Так. Блять, какие-то пароли опять надо. Где я вам его возьму, блять? Извините за ругательство. Записка. Код от сейфа. Код от сейфа. Давай посмотрим. Примерное число пи. Примерное число пи. Три четырнадцатых. Это каждый школьник знает. Даже я. Че, один только? Так, че я думаю? Выносливость качаем. Ебать нам вставляет. Мне кажется, чем больше мы им пользуемся, тем нам херовее на самом деле. Так, знаете, че я думаю? А, здесь же можно отключить, да, дверь не закроется, получается. Дверь же не закроется. Нет, не закроется. Значит, мы берем и вставляем это вот сюда. Так. Здесь включаем. 44 метра. Так, а, и по вентиляции сейчас мне, видимо, надо будет назад, да, ускакивать. Так, электростанцию мы запитали. Я понял, зачем нам здесь этот нужен был. Вентиляция. Так, теперь нужно уходить туда-назад. Нам надо в лифт. И серию бы надо закончить. С этими загадками дебильными. Ай. Вы чё, больно? А мы допрыгнем? О, допрыгнули. Хотя, может, по трубам, если что. Можно было по трубам. Так, это мы взяли, это мы сделали. Все, поехали. Это уже откроем. Мы только с подстанции, да, с тобой это? Сделали. Это что? Это как ты я так открыл? Баги. Ух, эти баги, ребят. Да, когда вы это, типа, добыча вся исчезнет. Я понял. Давай здесь еще посмотрим в ящиках. Ну и здесь последний ящик сейчас этот.
Старая инструкция. А что за старая инструкция? Так, ладно, все, пошли. Все, что надо, поутали. Да-да-да, я в курсе. Ого-го! Мощность растет! Спасибо за помощь, шавка миротворская. А теперь свали отсюда! Нет, это вам лучше уйти. Или... Угрожаешь? Я уже весь просто трясусь от страха. Парни, думаете, он будет визжать, как свинья? Какие его дружки? Я... Давайте это проверим. Давай проверим. Проверили. Проверяльщики. Еще раз. Проверяльщики. Че, все сломали нахуй? А, не, не сломали. Так, короче, можно отдать выжившим, либо этим, да. Но я все иду к этому, ребят. Проба. Может, конечно, вот эти вот. Можно, я все к арбалету, ребята, я все не таю, это как бы желание арбалет взять какой-нибудь. Так хрен с ним, будем отдавать все или этим алкашам, да и миротворцам, пускай забирают, насрать. Я, по-моему, когда первый раз играл, я играл за выживших. Я отдавал, по-моему, все выжившим. Ой, мне насрать и на тех, ребят, вас абсолютно. Мне, не знаю, мне не симпатичны ни те, ни те. Миротворцы, они хотя бы, у них, знаете, как бы устав есть, да, какой-то порядок, устав, какая-то это... Все включено. Наконец доставили. Теперь-то они займутся своим. Роу, слышишь меня? Слышим ли мы тебя? Здесь все сверкает, как блядская елка. Все целы? Да, парни отправились вглубь здания. Скоро все будет под нашим контролем. Топай сюда, пора мышцы размять. Я неподалеку, друг. Этим пойдем туда, мышцы, говорят, пора размять. Ну, то есть они будут сидеть на жопе, а мы будем лезть на телебашню вот на эту. Они будут сидеть жопу. Электроэнергия – важный стратегический ресурс. Разминать. Вот. Да, мы этот район взяли, получается, под себя. Вот, ладно. А вещи? Что там по вещам? Что-то я там взял, что-то по ремеслу или где? Вещи? Нет. Где-то я что-то взял какой-то этот. Непонятно. Дневники, может? Четвертого уровня тесачок дадут за выполнение. Или в коллекциях, хотя нет. Можно воспроизвести кассету, но я не буду. Вот, где-то что-то, короче говоря, занятие. Очень много ВГМовских всяких этих, ребят. ВГМ-аномалий. Первого уровня даже много, можно их легко закрыть сейчас. Получить много ВГМ этих и навыки прокачать. Да, вкачаться. Нынешний уровень игрока, он повышается с уровнем мастерства паркура и боя. А-а-а. Понятненько. Ладно. Не знаю, где-то я взял какую-то хрень, короче. Я не знаю, как ее это... Ладно, насрать. Увидимся с тобой уже в следующей серии. В следующей серии продолжим. Всем до встречи, всем пока.